Принятые главой Севастополя решения об отстранении от должности вице-губернатора Николая Жигулина, курировавшего, среди прочего, городское хозяйство, а также директора департамента образования Елены Богомоловой, стали результатом системных размышлений губернатора и точно не были эмоциональными. Такое мнение высказала сенатор Российской Федерации Екатерина Алтабаева в интервью РИА Новости Крым. Цитата. «Какие-либо назначения или увольнения, уходы – это обязательно и результат работы. То, что было со снегом, здесь явно были объективные обстоятельства, потому что такого снегопада в Севастополе давно не было, но это и конкретная ситуация, когда к ней не совсем были готовы. Может быть, это была последняя капля. Сложно сказать, как принималось решение, но оно точно не было эмоциональным. Это было результатом системных размышлений». Сенатор высказала мнение, что губернатор Севастополя продолжает работу над улучшением профессионального состава своей команды. «Мы же все хотим более эффективной работы исполнительной власти. И я думаю, что губернатор в первую очередь в этом заинтересован, поэтому подбирает кадры, которые с его точки зрения более эффективные и профессиональные. Образование – очень важное направление работы, которое формирует граждан, не только жителей Севастополя, а всей России. И для нас в первую очередь важно, чтобы оно отвечало современным требованиям. Очень надеюсь, что новый руководитель быстро войдет в курс дела в Севастополе и справится с поставленными задачами». Напомним, заместитель губернатора Николай Жигулин покинул правительство Севастополя. Об этом стало известно на аппаратном совещании 27 декабря. Исполняющим обязанности вице-губернатора назначен Сергей Толмачев, который ранее был советником Михаила Развожаева. Теперь он будет курировать блок информационной политики, управление информационной политики и Севприроднадзор. Кроме того, официально подтверждена информация об увольнении директора Департамента образования и науки Елены Богомоловой. После Нового года эту структуру возглавит Лариса Сулима.